Потухший вулкан Арагац – самая высокая гора в Армении, четвертая на территории Армянского Нагорья. Гора имеет четыре вершины. Самая высокая – северная, 4090 метров, затем северо-западная – 4080 метров, восточная – 3916 метров и южная – 3879 метров. Территория богата растительностью, большое количество представителей животного мира. На горе есть сотни холодных родников, от которых образуются реки Касах, Гегарот, Амберт, Монтаж, Лесинг и другие. Также на горе Арагац находится много озер – Кари, Амберт, Лесинг. Гора была названа именем древнего бога смерти и воскресения Ара. На ее склонах сохранились следы древних хозяйственных построек и оросительных сетей, а также удивительные архитектурные памятники Средневековья – Амберт, Тхер. Бытует легенда, связанная с горой Арагац, согласно которой святой Григор Лусаворич восходил на ее вершину для совершения молитв. Ночью путь ему освещала свисавшая прямо с небес негасимая лампада. Легенда гласит, что эта лампада и сегодня светит по ночам, однако увидеть ее могут лишь посвященные. Это одна из самых любимых гор армянского народа. Арагацу посвящено множество песен и стихотворений. Спасибо за просмотр. Если понравилось, подписывайтесь и поделитесь с друзьями.